Привет. Иду в поликлинику. Погода сегодня холодная. С утра было 8 градусов. Вот такой у нас здесь скверик. И тропинка. По этой дорожке я иду в поликлинику. Там у нас аптека по той дорожке, а по этой дорожке прямо и прямо вперед и вперед. Потихонечку мы сейчас придем. Площадка. Ничего особенного. Ой, вот тут у нас стадион дворовый. Воробьи прыгают, чирикают, играют. И мы холод не пачем, собрались кучи. Вон сколько их. Воробушек. Так что вот такие дела. Хочу показать почту России. Насколько она безобразна. И это ведь Москва. Вся разрисована. Просто ужасно. Я все время хожу и удивляюсь, как можно обезобразить здание этими росписями. Вот, пожалуйста. Как бомжи собирались тут. А рядом ведь детская площадка. А с этой стороны еще ужаснее. И ремонт делают, закрашивают, и опять то же самое. Смотрите, бутылки, банки. Здесь собираются вечерами, бомжи пьют. Вот почта России у нас, пожалуйста. Такая у нас поликлиника. Да, в стеночки дальше двигайте, чтобы нам потом было положить. Так, рука у нас будет это висеть, вы очень высоко легли. Вот эти ногу не скрыть, у меня стенцы аритмия. Тогда, значит, нам надо делать. С поликлиники. Вот зашла в магазин, а так.
купила целый пакет продуктов. А вон люди впереди идут, тоже купили продукты. Тоже с магазина. Такая дорожка. Мощёная плитка. Мы все идем по дорожке. Какое небо сегодня. Когда солнышко выглядит, потеплее становится. Вот так. Здесь у нас делают детскую площадку. К концу лета, наверное, сделают. А мы все идем. Идем домой. Вон голубей сколько. Идем, идем, идем. Впереди знак. Дорожные работы. Прохода нет. Сейчас мы пойдем в сторону Сбербанка. Там дети кричат. Детский сад на боку. Вот и пришли с поликлиники. Вот мой подъезд. Сейчас я иду домой. Уже смена нашего подъезда. Какие красивые белоснежные цветочки, а тычинки. Вон их сколько. Запах приятный. Красивый куст. Вон какой. Прелесть.